75 лет в этом году исполняется с момента выхода первого издания романа «Абай» Мухтара Ауэзова. По этому случаю в Национальной академической библиотеке собрались представители творческой интеллигенции, ученые и читатели. За круглым столом прозвучали лучшие поэтические творения и цитаты из исторического романа. Книга «Абай» впервые вышла в свет на казахском языке в 1942 году. Спустя 6 лет роман был удостоен государственной премии. А сегодня книга «Путь Абая» является самой читаемой в мире. Ее переиздали и перевели в 116 странах. На выставке представили издания романа в разные годы и на разных языках. Это событие, большое событие, потому что это был первый шаг в раскрытии такой великой личности, как Абай. На базе его, конечно, потом появилась на базе этой книги, появилась впоследствии такая эпопея, в мире признанная эпопея Абай-жола, «Путь Абая». Энциклопедия казахского народа, энциклопедия казахской истории, энциклопедия казахской философии жизни, философии. И вот через именно «Путь Абая» была раскрыта личность Абая.